Город Туз, город поэта Фирдоуси. Немало несчастий случилось со мною за эти года, но прошлую славу Ирана я утвердил навсегда. Прекрасные здания мира в сухой превращается прах от зноя жестокого солнца, от ливней и ветра в горах. Но я буду жить бесконечно, слова, что посеял я тут, останутся в мире навечно, живым урожаем сойдут. Так писал Фирдоуси. Шираз, город роз, город Саади и Хафиза. 100 лет жил Саади, 700 лет читает весь мир его стихи. Он был певец добрых дел, наставник житейской мудрости. Тебя могильный мрак пугает, Саади, сожги свет мудрости и весело входи. Сияет день за гробовой плитой для тех, кто жизнь наполнил добротой. Здесь же, в Ширазе, похоронен великий лирик Ирана, всемирно известный поэт Хафиз, живший 6 веков тому назад. Он воспевал любовь, красоту и веселье. В тысячах старинных книг, многие из которых еще написаны от руки, хранятся сокровища иранской поэзии и науки. Но есть и еще сокровищница искусства Ирана. Это памятники его прекрасной архитектуры. Тщательно восстанавливают их архитекторы и художники, знатоки старинного мастерства. Город Мешхед, где похоронен Гарун ар-Рашид, имя которого знакомо всякому, кто читал «Тысячу и одну ночь». Мечеть имама Ризы – один из блистательных образцов иранского искусства. Пышные орнаменты, выполненные мозаикой и керамикой, блещут ярчайшей расцветкой, как будто из драгоценной эмали созданы эти легкие минареты и колонны. Купол чистого золота венчает мечеть в городе Куми. Здесь похоронены многие знаменитые шахи Ирана. Здесь жил и правил Фетх Али Шах, современник Наполеона. Город Исфаган, когда-то богатейший торговый центр Ирана. В 17 веке здесь жило столько же людей, сколько в Лондоне тех времен. Мечеть Лютфалаха стоит перед площадью, где может поместиться более 12 тысяч паломников. Медресе Исфагана. Это высшая школа и научная академия старого Ирана. В ней 100 аудиторий, где... Еще многое нужно сделать новому Ирану, чтобы поднять земледелие до современного технического уровня. Примитивная саха амач – основной инвентарь земледельца.
тяжелого труда требует почва от крестьянина. Вода – величайшая драгоценность. Ее берегут как кровь, как жизнь. Чтобы уберечь воду от испарения, под землей, иногда на глубине в полкилометра, прорыты каналы-канаты. Тысячи километров подземных каналов сохранились в Иране с древнейших времен. Пшеница – главная зерновая культура Ирана. Так молотит хлеб. Иран богат овощами и фруктами. По вывозу сухих фруктов он занимает одно из первых мест в мире. Пригаспийские провинции – самые плодородные районы Ирана. Здесь много влаги и много солнца. В провинциях Гилян и Мазандаран разводят высокие сорта табака. Из года в год увеличивается площадь чайных плантаций. Когда-то Иран был одним из мировых центров шелководства. Сейчас культура шелковичного червя вновь оживает. Рис культивировался в Гиляне с древнейших времен. 4/5 всей земли в этой провинции занято посевами риса. Животноводством в Иране занимаются преимущественно кочующие племена. Бахтияры, кашкайцы, луры, балучи, курды, арабы. Миллионы людей непрерывно кочуют по иранской земле.